В последние дни погода в Верхневолжье была дождливой, но температура воздуха оставалась преимущественно теплой. Чего ждать от погоды в выходные дни и какой будет следующая неделя, узнали у специалистов. Погода в Твери и области становится все более теплой, но до конца недели синоптики не исключают кратковременные дожди разной интенсивности. По данным Тверского гидрометцентра, основной фон температуры в дневные часы будет составлять от плюс 18 до плюс 23 градусов, а вот в ночные столбики термометров опустятся до плюс 7. В ночь на воскресенье 28 мая на территории Тверской области ожидается похолодание. Ночные температуры, основной фон где-то плюс 1, плюс 6 градусов, не исключает заморозки, где-то до минус 1, минус 2, поэтому садоводам, огородникам надо, стоит обратить на это внимание, что вот в ночь с субботы на воскресенье и начало следующей недели ночные температуры могут быть отрицательными. Температура воздуха в начале июня будет колебаться от плюс 21 до плюс 25 градусов тепла в дневные часы и от плюс 11 до плюс 14 градусов тепла по ночам. Преимущественно солнечно, ожидается небольшая облачность и местами кратковременные дожди.